В Орске семья ребенка, который пострадал от падения балконного стекла, добилась компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Напомним, в июне 2023 года в поселке Гудрон возле дома номер 6А по улице Багратиона произошло ЧП. На мальчика, который гулял на улице, с балкона 4-го этажа упало стекло. Ребенок получил серьезные травмы, включая резаную рану на лбу. На следующий день после происшествия мать мальчика рассказала корреспондентам Орск.ру об обстоятельствах случая. Побежала туда, ребенка уже на месте не было. Как мне дети пояснили, что он с каким-то дяденькой пошел как в сторону к бабушке, видно, в шоковом состоянии. Начала бегать искать, нашла его. Ребенок был весь в крови. Я ему задала вопрос, ты куда пошел? Он на меня смотрел, не мог ничего толком пояснить. Уже придя домой, когда стали спрашивать, что произошло, он говорит, что сверху на него упало стекло. От удара он упал. Ну, наверное, как мы предполагаем, потерял сознание, потому что он частично что-то не помнит. Встал и пошел. Мы говорим, почему ты пошел к бабушке, а не домой? Он говорит, я вообще в помутнении был. Квартира, с балкона которой упало стекло на ребенка, оказалась муниципальной. После происшествия районный прокурор, действуя в интересах ребенка, подал иск в Октябрьский районный суд в адрес нанимателей жилого помещения и администрации города Орска с целью взыскать компенсацию морального вреда. Спустя несколько заседаний суд принял свое решение. Исковые требования районного прокурора, действовавшего в интересах несовершеннолетнего, были удовлетворены частично. Суд взыскал с двух нанимателей муниципальной квартиры в пользу несовершеннолетнего на летнюю компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей солидарно. В удовлетворении аналогичных исковых требований к администрации города Орска было отказано. Суд в данном случае посчитал, что бремя содержания жилья в части его технического состояния несут именно наниматели муниципальной квартиры. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.